У нас еще оглашение будет, благодарность Богу, будем всегда молиться, чтобы в нашей церкви молодые братья, сестры вступали в брак, не оставались одинокими. Это нужда наша будет всегда, чтобы пред Господом мы помнили молиться за нашу молодежь. Пройдите вперед, это Логинов Дмитрий Александрович и Клебеко Олеся Эдмундовна, член Церкви Спасения в городе Лида. Дмитрия мы знаем, рос на наших глазах, кажется, был ребенком, и вдруг раз и вырос, и женится. Слава Богу за милость Божью, нашел себе спутницу в жизни, мы их благословим. Кто имеет что сказать, скажите, пусть Бог благословит. Рады молиться, мы как церковь поднимемся, совершим за них молитву. Благодарю Тебя, Господь мой, за то, что Ты хранил Дмитрия, Олесю, Господи, зародыш их видели очи Твои, их не детство и юность прошли пред глазами Твоими, Ты знаешь ихнюю судьбу, назначенную для них, они встретили друг друга, Ты вложил в их сердца любовь. Благослови, чтобы они сохранили Твое благословение. Храни их, Господи, в их отношениях. Храни от всякого разрушения, от всякого, Боже мой, греха сохрани, чтобы созидание было в их отношениях, чтобы они, Боже мой, уже сейчас учились, Господь, вмещать друг друга, прощать друг друга, любить друг друга, благословлять друг друга с недостатками ихними, Господи, выделять их недостоинства, чтобы они имели благословение. Благослови, надели их мудростью, пониманием, Господь мой, что дается от Тебя благословение, а это благословение нужно нам удержать. Благослови, Господь, их дальнейшую жизнь, Боже мой, когда они вступят в брак, храни их для счастливой семейной жизни, дай им пережить это счастье семейной жизни, счастье отцовства и материнства. Благослови, Господь, Тебе за все благодарность, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.